Хеллоу, ребятишки, как у вас делишки? С вами Алекс на канале Sunfor, и наконец-таки я сел поиграть. Конец недели, и, блин, эта неделя тоже у меня выдалась такая жесткая. Как вы знаете, я болел, вышел на работу, в общем, на работе возвращался домой убитый. Ну, в общем, еще и повседневные дела. В общем, наконец-таки я сел поиграть. Для меня играть это какой-то отдых. Ну, не физический, да, физический самый лучший отдых, конечно, это сон. Но моральный отдых для меня это вот это. Поиграть в какие-то игры, морально отдохнуть, отключиться от всех повседневных дел. Ну, ладненько, что-то я отклонился чуть-чуть. В общем, игра называется Dragon's Dogma Dark Arisen. Игра старенькая, довольно-таки, ну да, можно сказать, старенькая, 16-го года, вышла в январе 16-го года. Обновление последнее поддерживали в феврале 20-го года, что очень-очень неплохо для игры. 4 года поддерживали обновлениями. И... Ну, в общем, как-то я пропустил ее, как и, наверное, еще много игр, которые я пропустил. В общем, я так понял, это одна из лучших таких RPG, именно стиль RPG такой. Хочу посмотреть, что она из себя представляет. Ну, в общем, поехали, поиграем. Сразу hard mode. Что такое hard mode? Давайте new game сделаем, я не знаю, что такое пока hard mode, я думаю, это уже для продвинутых игроков, кто знает, как эта игра все тут происходит, как и что, куда идти, и что делать вообще. Так, нажмите I. Ой. Так, вот это мне и нужно. Свет. Угу. Нажать Escape, где содержатся мои квесты и тому подобное. 5-10 карта. Что мне нужно сделать? Так. You have chased a dragon here to the Tamed Mountain. Fight your way to the heart of the dragon's lair and face all that awaits. В общем, мы идем к дракону. Пошли. С шифтом. А это вот так. А, он вешает на себя. The dragon's roost is just beyond. We should hurry. Ну давай, hurry. Куда ты пошел, алё? Че гонишь? А, ты за мной идешь? Пошли. О, тут можно разбивать все. Это сильная атака. Блок левый альт. Прикольно, прикольно. We near our journey's end. The final station of our long struggle. Да-да. Мы почти в конце. It shows itself. Че? Come.
помогает мне, типа. Прикольно. А, это, наверное, точки возрождения, да. Угу. Помощники? Our kind is ever ready to fight by the grace of your guidance, Arisen. Is the dragon for certain? Мы еще общаемся, так прикольно, так. А вот мне интересно, какие тут графические. Видео. HDR. Ну, HDR тут я бы нафиг отключил. А почему все такое низкое? Надо было мне это в меню все подправить. Ладно, я потом это все сделаю. Хотя, может, сейчас уже. Я хочу увидеть, какая разница будет, в принципе. Save cute. Не, не хочу вообще выйти из игры. Блин, ладно. Пойдемте дальше. Ага, я могу говорить им, что делать. F1 это я посылаю их, F2 я их зову, и F3 это help. Ничего себе. А они что-то дают? О. Come, Master. Сейчас я приду. О, еще что-то. Взял. Графика, конечно, ну, понятно, 16-й год все-таки. Ну, для 16-го тоже неплохо. А, она меня хилит. Хилит? Или мне кажется? Да, хилит. Хорошая помощь мне. Come, Master. Это не разбивается. Дракончик. Где гоблины? Хватит меня звать уже. More bodies. The worm must be made to settle this debt. Да. Ух ты. Это что такое? Что? Бирит! Да, мы сделали это. Что еще? Ух ты, зараза. Ничего себе, они прыгают.
Вот это весело. Умер. А, еще один. Хиль нас. Молодец. Еще кто-то? Что происходит? Движок очень хороший, я должен сказать. Что у нас тут есть собрать? Так, Liquid Wing какой-то. Даже не знаю, что это. Потом посмотрим. Черт. Это взрывается. Our goal is ahead. Хиль, хиль меня, красавица. Морганна. We'd hidden away here, for fear of the beasts all around. Stay ever ready as we advance. But with you, sir, we have a chance. Arisen, this way, sir. We cannot suffer the worm to work any further atrocities. Что я взял? I shall restore your health. Hold on. No. Our army is routed. Just plain truth. Сейчас будет бойня, наверное. Beyond that grand door, the dragon makes its roost. Так, здесь ничего нету. Опа. Вот это да. Это что такое? Полу... Это лев с драконом? Что там? Что я не понял. Это что за монстряга такой? Че это такое? Что это? А, это он кастует. Прикольно. Вот черт. О, быстро, быстро, быстро. Черт. Бей, 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 не жалей. Черт. Вот мы его отрубили нафиг. Что-то кастует там.
Это полукозел, блин, полулев. Там козел остался теперь. Прикинь. Вот это прикольно. Льва почти убили, типа. Остался козел. Вот это прикол. А, брыкается, брыкается. Много ему надо. Как ты меня ударил? Я вообще сбоку был. А, она мне силу дает, короче. Кастует и дает мне силу. Еее! Завалили чувака. Много жизни у него было. Вот это вот сочетание мне понравилось, льва и козла. Вот это прикольно. Now choose, flee, or step forth. Take hold of what lies beyond. Claim mastery over the eternal ring. Что там? Что там? Так, достижение. Это начинается. Начал, короче. Что происходит? Ух ты, хрен наште. Вот это дракон, ядрить, колотить. Охренеть. Скушал парочку и полетел. Да, чудище такое, блин. Я так понимаю, конечным боссом будет он. Ну вот это странно. Почему тогда? Ладно, будем создавать. Давайте создадим девку. Так, имя... Не, давайте мужчину, давайте женщину, ладно. Солнце войны, Sun of War. Камелот, давай Камелот. Вот, Select a Base Body. Ну это просто Base Body, да? Это здоровенная чувиха. Лучница, маг. Это такая. Секундочку. А посмотреть нельзя? Ну это просто базовое тело, это не значит, что я буду... Так, кого же мне выбрать? Да без разницы, наверное. Надо смотреть вот сюда, а не сюда. Вот, мне она нравится. Давай, пошли. Войс. Эй. Нет!
Ну блин, с самого начала все. Ты серьезно? Блин. Войс я хочу выбрать. Войс другой. Войс. Как мне услышать тест? А, вот войс. Вот это. Все. Выбрал. Поехали. Да, мне кажется, это там глаза будет. Have spoken, friends. The dragon's return is nigh. Join the honorable duke's ranks and help us be rid of the fell beast. The day's come to lay down rod and reel and take up the sword. Сейчас мы подберем меч. Так. Мы что-то им сносим вообще. Короче, злой стал.
Ух ты! Науны Григори, не стеста, не сти, ми эскурате эйт малага. Интересно. Она живая, без сердца. Он произнес какое-то заклинание там, я так понимаю. Да, живая, со шрамом на груди. Прикольно. О, сейчас будем делать выбор, кем мы будем. It is time for you to begin your journey as Arisen. Вот почему называется Dark Arisen. Я человек, видимо, какое-то проклятие, заклинание он произнес, съел мое сердце нафиг и дал мне какую-то силу. Я восставший. Восставший из тьмы. Допустим так. But before you can win your heart back from the dragon, you will need to prepare. В общем, нам надо идти за сердцем, достать обратно сердцем, и, конечно, нужно подготовиться, мне говорят. Так, Enter. Что у нас тут дальше? В общем, сейчас, по-моему, будет выбор, да, кем я буду играть. Я так понимаю. Take weapon. Ну вот, как я и думал. Ух ты, два меча. Прикольно. Кем будем играть, я даже не знаю. Всем хочется поиграть. А что это? Had you an empty flask, you might feel it here. Так, это просто пустая какая-то это. Your vocation determines your basic attributes, available equipment and skills. Так, ну вот. Кем будем играть? Ладно, давайте файта. Ну, нафиг. Сейчас будут 3 года еще думать. Так, я могу... Primary weapons such as swords and daggers are combat essentials. Secondary weapons like bows and shields offer support. Ну, понятно. А, вот это показывается то, что одето на мне. Вот, с этим значком. Все понятно. Все понятно. Мне понятно. Ну ладно. Выйти из комнаты. Сначала разрушим нафиг все. Че просто так выходить? Нафиг все разрушим. Заберем все, что можно. Тебя убьем тоже. Так, это что у нас?
пустой скролл. Просто камень. Ладно. А, под правильным боком. Она все, блин, ломает. Нет, это нет. А это что? Нац. Орехи. You say it left a glowing scar? Yes. The wound has closed, and it seems the worst has passed, but her heart lies silent. If you would face me. You are sure of this? Yes. Ill magic, the work of some curse. The whole world's already gone mad for fear of this dragon. Won't no good come of this? I must go see to the others, Kina. Tell me if aught changes here. All right. Так, defeating foes and complete the quest earn you experience in each level gained raise all of your attributes. А, при повышении уровня, убивая всяких монстров и делая квесты, я повышаю уровень, да, и это автоматически повышает все мои атрибуты. Нажать Escape, чтобы зайти в меню, где я могу проверить мои атрибуты, полную карту, квест информацию, это уже писалось в начале игры. Так, и чё? Заберём, всё заберём. Это не ломается. Так, что у нас тут? Всё заберём нафиг. Всё моё. Суп нет. Метлу? Зачем ей метла? Интересно. Деваха, зачем тебе метла? Будешь полы подметать, что ли? Так. Эти зелья, наверное, что-то, какие-то бонусы будут мне давать, я так предполагаю. Хилить, что-то бонусы давать. Так, все, здесь больше ничего. Выходим тогда отсюда нафиг. Кассардис. Город называется Кассардис. Так, сохранение. Сохранение сделал. Давайте я зайду в меню. Я хочу улучшить графику. Я думаю, что ее можно улучшить. Еще получше сделать. И тогда к вам я вернусь. Так, ну а вот теперь сравним. Будет ли чуть-чуть лучше? Да, ребят, смотрите, однозначно лучше. Не-не-не-не, лучше однозначно. Сразу видно более качественно. Конечно, лучше. Лучше однозначно. Хорошо, что я это сделал. О. Хм. Она была полная, я набрал водички. Отлично, в бутылку, которая у меня была пустая. Так, а, я тут могу вообще... О. Бегать по домам, собирать. Ладно. I'd craft dressings for the wounded, had I the makings. If only I'd known. Cuz, I need a favor. Can you fetch the flowers I need from outside the village? I need more of the one you see there.
and one other sort besides. The more you can find, the better. Так, available quests change as you progress throughout the game. Additionally, you can always consult the quest section of the pause menu for your current objectives. Ну понятно. People with red icons appear over their heads have information relevant for your priority quests. If you have several quests ongoing at the same time, you can set one as priority in the main in the quest section of the pause menu. Doing so will make all people, places and things relevant to the priority quest appear. Так, понятно. В общем, когда загорается красная иконка над головой, это значит, что это главный мой квест. И я могу поменять, на самом деле, приоритет главных квестов в меню. В меню, нажав Escape. Да что такое? Что это? Это что за чувак? Помощник, что ли? Еще один такой. That man you are speaking with, he's of the Pawn Legion. They come from some unknown place, just appear without a warning. They are a strange lot, not human, quite. They look the part, sure enough, but they lack the will, the spark, what drives us. They have no capacity to feel nor act alone, so they live as sellswords. Myrmidons, they're called. Hmm. There's an encampment west of the village, where men gather to face the dragon. I'd wager a fair number of his kind will be there as well. Why don't you take him? Might be you learn aught of why he came to you in the first place. Before leaving, visit the store to make sure you've ample supplies. Так. Короче, он рассказывает, они появляются из ниоткуда. Они однозначно не люди. Ну, в общем, у них нету спарка. Короче, видимо, мой спутник будет. We'll make for a safer trip to the encampment. Suppose the villagers take turns standing watch. Я думаю, там что-то с этим будет еще. Why do you suppose the well is sealed? No. This way leads out a field. Открывай. Так, переходы между... To the encampment. This path should see us there. Да я знаю, что автоматически. А, могу и сам сохранять. Нафиг развалил все. Не, ну прикольно, что она может разбивать практически все здесь. Это огромный-огромный плюс, я считаю. Что она там находит? Так. Да ничего вроде не было. Че ты? Ага, они сами будут находить для себя вещи и использовать их для себя. Mushrooms. Ничего себе. С одного места. Ух ты. Белку завалил. Слышь, ты практически интеракция происходит со всем, что можно. Это огромный плюс, я считаю так. И мир заполненный, я так вижу. Ну, не просто как дубина бегаешь по миру и ничего нету.
Ух ты! Там интересно. Нам вниз надо, да? Для этого. Ну, пошли. Проведаем, что там. Ничего. Все рушит на своем пути, блин. Это что? Тут майнить можно? Ёханы-проханы. Вот это разработчики зафигачили. Слушай, молодцы вообще. Что-то я не понял, как туда пройти. Мы можем по морю идти. Да я не беспокоюсь. Прикольно. Ух ты. Круто. Слушайте, вообще обалденная игра. Я теперь понимаю, почему люди дали ей высокую оценку. Довольно-таки высокую. Теперь все понятно, почему. В 16-м году... А почему он красный? Many plants grow in the shade of tall trees or in dense woods. Так, золото это вообще отлично. Ну все, пошли обратно. Слушай, тут можно исследовать, я так понимаю, до хренища всякого. Ага. Им надо отдыхать, чтобы быстро бегать. What's this? О, что-то нашел. Да, рыбу нашел. Необычный берег. Слушай, он сам и разбивает все дела, блин. Не просто тупой. We'll find as much growing atop a tree as we will at its roots. I'll take that. Тоже берет вещи. А его, нет, его я не ударяю. Что-то взял там. О, денежки взял. Так, мы берем бутылочку. Что ты там взял? Полное описание в инвентаре. Понятно. Так. Ресурсы, все для повышения, ну, видимо, или статов, или вот было написано моего оружия. Просто палки какие-то вот здесь. Просто палочки, чувак. Все рушит. Просто все. Очуметь, блин. Обалденно сделали, я считаю.
Деревья мы не можем ничего с ними делать. Это что такое? Золото. Я так понимаю, это с киркой надо идти сюда. Куда отпрыгнул, чувак? Ты чё? Вот ты даешь. Найди что-нибудь интересное. Серьезно? Палки? Одни палки нашло. Один гоблин, да? Все. Да, один гоблин. Опять? Где? Прям рядом здесь. Слушай. Где? Да блин. Да знаю я это уже, вы чего? Все серьезно? Где гоблины? Где гоблины эти? Она пофигу. Я так и не понял, где эти гоблины были. Пойдем искать их. Поднял уровень. Так, when voice seems too much to handle, try gaining levels or obtain better equipment. Понятно. That was far too close. I'm called Reynard, a traveling salesman, though those damnable beasts ruined my wares. But thanks to you. It was only wares I lost. I'll consider it a bargain. You have my thanks. You may see paddlers hawking their wares as you make your way around Grancis. They often come across rare items not found at more stationary shops. If you see a Paddler, make sure to check what they have to offer. Продавцы? А это не продавец? Нет. Еще бутылочку, наверное. Тоже набрал бутылочку, да? This looks interesting. Больше ничего. Блин, эти светятся. Ну, я понял, это мне нужно кирку для того, чтобы еще один. Что за звук был? Кто звук был?
Berry. Berry. Все. Нашли все. Ну, вообще, интеракция совсем практически. Это очень-очень радует. Вот это настоящий РПГ на самом деле. Пустая бутылка, пустая бутылка, пустая бутылка. Так, а вот мне главный квест, интересно, я сделал его? Не главный, а второстепенный. Да, я знаю. А, только три. Еще два где-то есть. И главный квест это пойти найти виллэдж, там есть деревушка такая. Ну, я так понимаю, что эти цветки я должен найти где-то здесь. По идее, если так вдуматься. Да, надо отдохнуть. Я в порядке. Ладно. Значит, где-то там должно быть. Три штуки мы здесь взяли. Молоко. Возьмем молоко. Так, я так вижу, здесь есть день и ночь. Гоблин. Так, это бутылочку нам выкинул. На 5 палки. А сколько он может нести? Она может нести, мне интересно. У нее есть вес. Там, по-моему, что-то было с весом связано. Надо глянуть. Опять гоблин. О, вот остальные цветки. Ну где этот камень? Неважно. Все, сделал. Квестик я сделал. Пойдем отдадим ей этот квест. О! Блин! Так я что? Только что здесь был, нет? Нет, это, видимо, другое. Да, я там он был. О, блин. Слушай, везде всего понаставлено. Меч. Чё? Бери. My kind grows better able to serve the more we learn. Так. А где у меня этот? Вот он. Отлично.
Свет — это хорошо. Слушай, хорошо сделали вообще. Как я пропустил такую игру? И тут свет появился. В общем, разраб вам огромный-огромный палец вверх. Неожиданно для меня. В 2016 году такая хорошая игра. Хотя иногда делают нормальные игры. Не, не только в 2016. Я помню, первый Fallout вообще была сказка. Сколько часов я в нее проиграл. Speak to the others for more word on that. I ask you this favor because I trust you, good Fisher. I know you'll not leave these people to suffer. Ah, oh, brought the rest of them, have you? My thanks, cousin. All that remains is to find some moon glow. A pinch mixed with these will make a fine medicine. Еще что-то ей надо. Мунглоу какие-то. Вот блин. А сразу не могла сказать. Иди там, найди мунглоу и такие. Тоже мне. To the encampment. This path should see us there. Ух ты! Мак крутой. I'll heal your wounds. Так, to receive the effect of creative magics, step within the area of the healing. А, понятно. Маги здесь прикольные. Третий уровень. О, фрагмент какой-то. Рифт, фрагмент. О, видели, что-то какие-то новые очки появились. Прикольно. Гоблин! Где? Ничего себе, ты его откинул. Оно все заново, что ли, вот эти вот вещи, которые разрушаются, они появляются, что ли? Гоблин!
yet we're well unified. Умри. Да что ты, блин, падаешь? Немножко денежек. Ага, на сундуке, что я открыл, уже все. Где эти флауэрс остальные мне искать, блин? Сюда я, по-моему, не заходил еще, да? Пошли дальше. Ух ты, это все взрывное. Ослепляющие какие-то стрелы. Стрельни в это, чувак. Черт. О, еще уровень дали. Серьезно? Палка в мешке? Нелогично чуть-чуть. Масло. Так, секунду. Я нашел, что ли? Что-то я не понял. Ну. Не то, что я в городе. Понятно. Мунглоу. Так, а это что такое там? Гоблины ходят, да? Интересно. Тут кто-то ходит. Да, гоблины. Давай мне силу.
что зараза. Если take damage, the amount of health you can recover from magic in the field also decreases, indicated by a white bar. Ah. Rest at an inn to use. Интересно. Giving pawns creative to hold will allow them to use them. Так. Понятно. Зараза. Лечимся. Ты. А это интересно. Это как было? Каким хреном? Черт, вот это было бойня, блин. This will restore a bit of health. My kind grows better able to serve the more we learn. Опять? Да вы откуда, блин, беретесь? Чё нафиг? Гоблин! Ох ты гад! Меня сейчас убьют. Зараза. Ты чё, блин? Мунглоу. Мун. От слова мун. Всё. Всех мы тут отбабахали. Давай отдышимся. Нам надо отдохнуть. В городе можно отдыхать. В гостинице такой. Так, что тут у нас есть? Опа. Это
Это интересно. Пошли. Какой-то голос. Да, я тебя слышал. Ты знаешь путь? Ну, пошли. Возрождение. Точка возрождения. Ладно, ладно, тут, видимо, ничего. А ты кто такой? Вот. Мы можем отдохнуть за 300 голдов. Выучить скиллы можно даже. Интересно. Так. Так, ну вот это вот можно вместе сделать. Это поднимает вверх, это опускает, типа, от удара. Вообще, можно было бы все выучить. Core skills. Fitness. Это что дает? Офигеть. Прикольно. Ну, давай выучи. Бум. Бум. Что, нет денег? Тут другое используется. Это не деньги. Вот эти DCP. Disciples. Как Disciple? Disciple. Фиг его знает, как правильно произнести. Все понятно. Подожди. Set skill. Попробуем. Комбинации можно делать, ёшки. Ёшки-матрёшки называется. Сегодня ничего уже. Это я уже понял. Я их уже потратил. Вещи взрываются. Ничего себе, сколько. Понахапал я здесь. И он ничего не говорит. Ладно, я понял. Можно брать.
Так. Ох, нужно все еще пройтись по всем, что они дают, что они делают. Тут дофига всякого есть. Это с этих с тех щепок можно делать огонь. Ну, это понятно, это стрелы с разными добавками. В общем, здесь крафтинг есть, тут все есть. Все есть. Офигеть. Одень, почему нет? Что он дает? А, вот, defense. Magic Defense, Piercing Resistance. А, это для кого подходит? Окей, я понял. Угу. Если я вот это одену, вот как это уменьшит. Понятно? Мне понятно. Так, что нам дальше тут делать-то? Давайте откроем опять здесь квесты. И главный квест. Давай его сделаем главным. Мне тут по какому-то голосу куда-то надо идти. А, ну вот. Я ж пришел. Да, слышу. Слышу я тебя. Они с огромной дистанции со мной разговаривают, и Pawn Legion ждут меня. Ну ладно. А, это соединение между двумя мирами, вот это вот. Это врата такие. Чтобы получить, короче, силу этих Ризенов, нужно доказать свою силу. Да, нет. Ну, конечно, да. Так. Search the area. Select status from the pause menu to view details on your current condition. Normal. Рук. Это мой чувак, который со мной ходит. Так. И чё? A wrist stone. A strange power emanates from within. Так, ну мне отдохнуть, я думаю, нужно, да?
квесты. Что там дальше мне нужно? Просканировать. Ой. В общем, нужно здесь полазить. Что-то найти мне нужно. Солдаты, видимо, да? Да. Она со мной не разговаривает. Разлетелись нафиг. Так, здесь у нас тоже ничего нету. Нашел он там? Что-то там нашел. Видишь? Хорошо, что ты у меня есть. Как бы я пропустил, блин. И ничего не нашел бы. Так. В общем, здесь нечего мне искать. Сундук. Он там еще нашел, я так вижу. Ты молодец, братуха. Не то, что я. Журнал? Ну, давай посмотрим, что за журнал-то. Его не здесь, наверное, да? Надо видеть. Или здесь. Да, вот он. Ага, он оставляет этот мир. Короче, кто-то украл его Алисию там. Ну, любовь его, видимо. Понятно. Интересно. Но не для нас сейчас. Мы ищем. О. Так. Монстры идут. Что за монстр? Где? Ух ты! Йо! Понятно. Стиль как в Ведьмаке. Что-то непонятно мне. Сделай что-то, что не знаю. Ух ты! Тролль! Вот это громадина! Ух ты!
Прикольно. Смотри, я могу залазить на него. Клёво. Нет! Залазь! Прикольно. А, держись. А? Есть. Слышь, прикольные бои тут сделали, вообще мне нравится. Залазить на них можно, блин. Все дела. Опа. Это кто такое? Times are hard indeed. What's that? А где? После него ничего не осталось? Одни кости остались. Интересно. Seems this place is home to goblins. Больше ничего? А это что такое? What's that? Keep watch on your surroundings. They hold threats and treasures alike. А после них ничего не осталось тут? Я их дофига убивал. Что, ничего нету? Ладно, пойдем сообщим. Да блин. Сообщим. Обязательно. Let us go and give word of it. Set out from here and we'll be on the path to Grand Sorin. А здесь он не устает, я так вижу. Shall we search the area? Ekbal, located in the command headquarters of the encampment, provides many different support functions to adventures. Какой-то Экбал находится в командном здании, который может мне давать разные вещи какие-то, функциональности. Speak with him. А, ну вот этот чувак. Так. With that, your trial is complete. You are the arisen truth, proven beyond any doubt. Now, I bid you select a companion for the journey ahead. They shall serve you, and you alone. To share... А, короче, это мое испытание было. Теперь мне нужно выбрать моих компаньонов, которые со мной будут.
Давай мужика. Давай тебя сделаем, не знаю, Man of Power. Гэри, давай тебе сделаем. Давай ты будешь вот таким. Давай, ты маленький, будешь вот так орать. Confirm. Давай. You will be asked a few questions. Your answers will shape your pawn's inclination. Понятно. When faced with danger, which trait you should most value in followers? Так, когда мы будем в опасности, какое поведение у него будет? Так. Быстро подумать. Kill in battle, which trait та-та-та-та, follower employ. Как быстрее убивать, да, убийство. Так. Так. Наверное, сначала... А, видите, как меняет его поведение? Your followers rescues your party and turns the tide of the entire battle. What would you have them say? Наверное. Да все подходит. Вот это давай. As a ruler, which gift would you please you most? Райдер. Ну, хиллер у меня уже есть. Ну, еще один чувак ко мне пришел. Fealty is sworn to you, Arisen. From this day, the Legion's men call pawns live and die by your command. А эти че? Круто! A new ally достижение. Новый помощник. Так, having been recognized as Arisen. Их тут называют Arisen'ами. Я не знаю почему, хотя правильно сказать Arisen, но, наверное, чертово. You have been granted a loyal pawn to be your constant companion in your journey. In addition to this main pawn, you may hire up to... А, я могу еще двоих нанять.
Прикольно. Different pawns have different strengths, so use... Ну, понятно, они все разные, могут по-разному мне помочь в моем путешествии. Так. Их тоже можно, короче, улучшать, и они повышают уровни. Блин, ну вот настоящая вот RPG, вот на самом деле. Очень-очень качественно все продумано, я так думаю, вообще, блин, одна из лучших RPG. Черт, вот это... Как я в нее не играл, я вообще не понимаю. Как я в ней вообще, ну, так, как я ее так вообще пропустил. А, и мастер и его пон, is it? You'll be quite the force, come the day you learn to fight as one. Mind you, that is a skill better honed in practice than in the heat of mortal. I can help in that regard, should you wish it. Да, понятно. Ладненько, ребят, на сегодня, я думаю, все. Я посмотрел игру. Блин. Первые впечатления вообще обалденные, отличные. Ну, графон, конечно, не блестит там лучшим, ну, на 16-й год. И 4 года продолжались обновления на игру. Последняя 20-го года была. Достойно. Достойно внимания, я думаю, каждого уважающего себя игрока, игромана, особенно RPG-шника. Ну, эту игру стороной обойти, я думаю, будет очень-очень глупо. В общем, спасибо за внимание. И увидимся, я надеюсь, очень скоро. Пока-пока.